Главное управление МВД России по Нижегородской области рекомендует водителям выбирать пути объезда Мызинского моста и пользоваться другими переправами через Аку. Как сообщил начальник региональной госавтоинспекции Павел Ржевский, службой предприняты дополнительные меры по обеспечению пропускной способности мостовой переправы. Сотрудники ДПС отводят грузовой и транзитный легковой транспорт из города. В настоящее время госавтоинспекция выставила 16 дополнительных постов, организующих отвод большегрузного транспорта с улиц Ларина, Новикова-Прибоя на южный обход областного центра. Вместе с тем, полковник полиции рекомендует участникам дорожного движения с пониманием отнестись к ситуации и воздержаться от переезда по Мызинскому мосту, выбирать иные пути через Аку или вовсе отказаться от использования личных автомобилей. Собственникам бизнеса рекомендовано изменить транспортную логистику предприятий с учетом введенных ограничений. Напомним, экстренное сообщение по ограничению движения по Мызинскому мосту распространили сотрудники Главного управления МВД России по Нижегородской области вчера вечером.